Поиски пропавшего самолета Ан-2 будут продолжаться. Об этом заявил сегодня губернатор Евгений Куйвышев, комментируя ход спасательной операции. Сама поисковая операция, по словам губернатора, стала беспрецедентной. Не только воздушные, но и пешие группы прочесали всю окрестность. И хотя количество техники сокращено, обследование местности продолжается. В эти дни в поисках задействованы около 1000 человек и 6 воздушных судов. Пешие группы спасателей и полиции продолжают обследовать районы Катасьминских болот, поселок Красноярка и Кытлымские дражные отвалы. Всего с начала поисков авиация обследована больше 255 тысяч квадратных километров, пешими группами более 100 тысяч.